Здравствуйте, это «Формула Бижу», я Ольга Козлова. Сегодня познакомимся с новым комплектом. Это тот случай, когда непременно нужно рассмотреть в деталях и сам комплект, и очень внимательно посмотреть на камушки. Они того стоят. Сейчас вы видите самую эффектную комплектацию этого гарнитура с изящной подвеской в виде стрекозы. Но здесь есть секретики. Досмотрите до конца, я вам расскажу, как еще можно носить этот гарнитур. А пока посмотрим на камни. Лабрадор самого лучшего качества, который можно найти в круглых бусинах достаточно крупного размера. Каждая, абсолютно каждая бусина имеет иризацию, внутреннее свечение и блик. И эта иризация разноцветная. Мне очень нравится, что здесь есть как теплые, золотистые, рыжеватые оттенки, так и холодные, голубовато-зеленые. В общем, каждый камень можно рассмотреть и найти тот блик, который вас непременно удивит. Но мне очень хотелось усилить такую солнечную, бликовую составляющую этого камня. Поэтому я сочетала лабрадор с золотистой фурнитурой. И как вы видите, вот бусинки, маленькие бусинки между лабрадором, они тоже с обработкой, они тоже мерцают и поблескивают. И также я добавила такие оливково-зеленые, желтовато-зеленые, немножко разных оттенков, чтобы не было монотонности, фианиты в ювелирной огранке. И они тоже усилили вот это вот впечатление такого, знаете, поцелованности золотым солнечным лучом. Если вы прочитаете описание к этой работе, вы поймете, почему я это сделала, потому что у меня в целом от этих камней и от той комбинации с фурнитурой, которую я придумала, ощущение такого свежего, туманного утра, когда первые солнечные лучи только прогревают прохладный воздух. И такая легкая дымка стоит, поднимается роса, она начинает таять в воздухе, и уже ласковое такое скользящее солнце. Вот именно этот эффект мне хотелось передать. Подобрала к этому комплекту вот такую замечательную подвеску. И мне кажется, что тоже в тему вот этого солнца, вот этого туманного утреннего сада очень хорошо вписывается стрекозка в ювелирном исполнении. Посмотрите, какая она красавица. И у этой стрекозки есть небольшой секретик. Она двусторонняя. Если в том варианте, например, в какой-то момент для вас слишком много красок, то можно носить и вот так вот. Здесь более такой сдержанный вариант на любую сторону, которая вам нравится. А если вы хотите просто классическую нить, то декоративный, очень красивый замочек легко расстегивается. Мы снимаем подвесочку. Получаем элегантную нить бус. Вот такая замечательная ниточка. Ее можно носить классическим образом. Можно носить замочком вперед. Форма замка и его оформление позволяют это делать. Это очень красиво. Вот так это выглядит. И к этому комплекту у меня замечательные, легкие, такие подвижные, играющие, немного танцующие серьги. Здесь я подобрала тоже с теплым таким золотисто-оранжевым бликом лабрадор. Крупненькие камушки оливкового оттенка и танцующие тоже с алмазной обработкой, с гранью, резные такие тонкие-тонкие палочки. Мне кажется, вместе выглядит просто потрясающе. А если вам понравилась моя работа, пожалуйста, пишите. А пока
Всем пока.